Викентий Михайлович, вы мастер перевоплощений, создали на сцене и на экране много образов, сложнейших образов классического репертуара, от Гамлета до героев Островского. Но одно дело, наверное, лепить, так сказать, вымышленный персонаж, даже очень сложный по рисунку, а другое дело – личность историческая. Вот скажите, каково вам было ощущать себя Петром Ильичом Чайковским? Ну, прежде всего, наверное, нужно вспомнить о том, что это было трудно, но больше приятно, потому что, как вы правильно сказали, что это все-таки хоть и сложные образы Гамлета, там, я не знаю, дяди Вани и прочие Серебряковы, но здесь историческая личность, и личность настолько значимая, настолько прекрасная, настолько ублажевшая нас всех русских, и не только русских, своим талантом, своим умением выслушать в России, в русском народе именно русское начало, музыкальное начало нации, и преподать это в своих великих произведениях, маленьких и больших, что трудность этого воплощения этого Петра Ильича в фильме Чайковской уходила, уступая месту нежности, какой-то проникновенности и сожаления его прекрасной, очень гордой, вместе с тем высшей степени трагической жизни. Писать о гении сценария, а потом воплощать его, процесс его вдохновения, процесс написания музыки, безусловно, трудно. Трудно, как говорить о процессе вдохновения, трудно и невозможно. Пушкин, гений из гениев, и то он только единственный раз упомянул о том, как ведь там в отрывке об осени, вернее, осень, она упомянула, что вот ведут ко мне коня
издалека начиналось, как это его тревожило, пальцы тянутся перо бумаги, минуты, и стихи свободно потекут. Видите, вот. Так же, наверное, и у Петра Ильича не случайно он смыкался, уходил. Но все равно это неуловимый момент, как это создать, понимаете, мы пыжились, мы нормальные, простые человеческие отношения, хотели, прибавить какой-то градус этого человека творчества. Ну, что-то, наверное, удалось, потому что мне кажется, что сам фильм много выше того, что нам предложил сценарий. Это заслуга, безусловно, и нашего преклонения перед его музыкой великой. Музыка была действующим лицом? Безусловно, безусловно. И она в нас пела, она в нас время звучала. Настолько, что у меня было когда-то еще до фронта, до войны, был хороший слух. Настолько хороший, что мне стоило одну вещь услышать, потом я мог напевать. Правда? Да. Так вы могли стать и, может быть, певцом? Ну вот видите, жизнь пошла по-другому. Когда-то я и пел, и брал какие-то ноты. Я помню, в корнелийских колоколах, в оперете Офенбаха, когда там плыви, мой челн плыви, там нужно очень высоко-высоко было брать. И, к сожалению, получилось так, что потом началась война. Действительно, к сожалению, и все мои, певческие наклонности уже, я должен был их притушить и пойти на фронт защищать свою родину, свою жизнь, жизнь моей семьи, моей родины. И поэтому это было вовремя. Все мы пошли, все мы делали доброе дело. Вот. Но что-то я хотел здесь очень важное сказать. Я потом очень просто воспроизводил это. И, к сожалению, мы хотели с Игорем Васильевичем Таланкиным напеть какие-то вещи Чайковского, чтобы он просто сидел и напевал. И мы это пытались делать, например, там тройку. Или там, я не знаю, средь шумного бала. Или распахнуло окно, стало грустно, душно и в мочь. Все это мы пели, напевали и уже готовы были снимать, и что-то снимали. Но потом это не вошло в картину в силу того, что фильм пошел несколько по другой канве. Но все равно окунуться и быть рядышком с музыкой, с этой прекрасной личностью, уже и потому, что он страдал, он был несчастен, в общем. И хотя бы вот таким состраданием в нашем сердце продлить его эту жизнь.
потому что он не походил на всех нас в какой-то замечательной, прекрасной, высокой норме. И это дало всем нам этот замечательный, прекрасный багаж, наследие, которым мы наслаждаемся, которым мы горды, которым мы обожествляем. И, наверное, всегда, пока будет человечество, всегда это, наверное, будет с этим именем, с его музыкой связано именно такое отношение. И не скрою, что, несмотря на труд, а труд был действительно адовый, уже и то обстоятельство, что нужно было 2 часа сидеть и из моего лица делать Петра Ильича Чайковского. Понимаете, все мы, любящие его, да и не любящие, знают, что был такой человек, то есть такой человек, и остался он в музыке, но у него было совершенно определенное, прекрасное, интеллигентное лицо. Это лицо мыслило, это лицо творило, лицо смотрело, говорило. И хотелось бы, чтобы, когда работал, как это ни странно, может сейчас прозвучать, чтобы даже в лице была музыка. Прекрасно, да? Сказали. Понимаете? Потому что если этот маленький мальчик, когда ему было там 5-6 лет... Хрустальный ребенок, вот видите, с вами ничего нельзя сказать нового. Это прекрасно. Это прекрасно. Смотрел ваш фильм. Да. И вот он бегал как-то, когда был обуреваем этими звуками, которые его буквально одолевали, глушили, он бегал и кричал: они меня разрывают, они всюду, во мне, вот что в тебе, звуки, они меня разрывают, понимаете? Если такой маленький мальчик кричал о том, что звуки его разрывают, и вот мы счастливые наследники его богатства, его наследия, которое оставил он нам, по-моему, большего наследства, когда человек столь одаренный оставляет так щедро. Щедро потому, что жил-то ведь он, знаете, очень. Несмотря на огромный дом в этом Клину, дом такой страшный, неуютный. Там, по-моему, только могут уютно и хорошо прогуливаться сквозняки, потому что казарма. Но все-таки из Флоренции, из Парижа он стремился в Петербург и в тот же Клин. Да, потому что, наверное, мешало ему все это окружение. Ему нужны были сосны, шум этих сосен. Ему, наверное, нужна была дверь, на которую он написал записку-то: «Хозяин нет дома». Хотя он сидел в это время, знаете, писал. Человек был в высшей степени непростой. В этом наше счастье, безусловно, замечательно. Но видите, как он отгораживался от среды, как он уходил только в то, что ввели его звуки. Thank you.
Хочу вас спросить, Евгений Николаевич, как вы готовились вот к этой роли, к постижению внутреннего облика Чайковского? Читали ли письма, слушали ли музыку как-то больше? Много читал его письма, взаимоотношения его с людьми, с Николаем Рубинштейном, с критикой Ларошем особенно, понимаете. Затем я достал, или вернее мне прислали, узнав, что я работаю над этим образом, из Западной Берлина прислала мне Берберова свою книгу «Чайковский». Да, да, да. Нина Николаевна была недавно здесь, да, мы с ней говорили. Я, к сожалению, был в это время в отъезде, я не мог ее поблагодарить и не мог увидеть этого прекрасного человека. Книга настолько подробная о сути этого человека, о его характере, о том, что было его и то, что он не принимал. Это была прекрасная книга. Она у меня сейчас, когда у меня что-то такое, знаете, плохо, тяжело на душе, я пытаюсь найти это, а как же он боролся с этими вещами, потому что у него тоже было очень, я, наверное, очень дерзок, что себя ставлю с ним как с человеком. Но творчество, оно, знаете, оно, вообще, если это творчество, если это самозабвенное творчество, оно где-то, я думаю, роднит людей. Я позволяю себе дерзко сказать, что такое, что он мой родной, он здесь у меня. Вы как никто имеете право. Да, спасибо. Прости, небесное создание, что я нарушил твой покой. Прости нас, страстного, не отвергай признанья. Не отвергай с тоской. О, пожалей, я умираю, несу к тебе мою мольбу. Взгляни с высот небесных краю на смертную борьбу души истерзанной мучением любви к тебе. Пожалься, и душ мой вас сожалением слезой твоей. Ты плачешь, ты, что значит эти слезы? Не горишь и жаришь. Благодарю тебя. Вел такой затворнический образ жизни, тем не менее он общался со многими людьми. Конечно. Был какой-то, в общем, круг людей, которых он любил, к которым тянулся. Но вместе с тем, мне кажется, музыка, и мы обязаны тем, что его всегда все-таки тянуло в одиночество. Там, где он рожал. Вот вы очень хорошо сказали насчет того, что был круг людей, и мне кажется, что иной раз гений, так сказать, зорче других людей, и выявление гениев. И вот Чайковский как раз был одним из первых, кто заметил талант Чехова, поскольку мы беседуем с вами в вашем родном МХАТе, наверное, уместно и об этом сказать. И потом Чайковский сам же, в свою очередь, по-моему, гордился тем, что Чехов ему и посвятил книгу «Худые люди», и так высоко отзывался.
Петре Ильиче и говорил, что он готов стоять на часах у крыльца Чайковского, потому что, мол, числю его вторым на русском Парнасе, первое место отводя Толстому, а себе скромно 98-е. Ох ты, какая жизнь. Знаете, вот это я упустил, эту прекрасную подробность, о которой вы говорите, замечательная подробность. Так что, когда два таких гиганта, да, в общем, еще совсем восходящий Чехов и уже зрелый мастер Чайковский, да, разглядели друг друга, это тоже говорит, наверное, о многом. Знаете, это прекрасно уже и потому, что Чехова, я считаю, большим одним из первых человека-веда, душеведа. И, конечно, он должен был своим вот локатором, этому человеколюбию, он, конечно, узрел эту одинокую, метущуюся и страждущую фигуру, личность и душу. Наверное. Ах, какая прелесть. Вы хорошо сказали, Святослав Сергеевич. Это не я, это Антон Павлович и Петр Ильич. Замечательно. Замечательно. Спасибо. Николай Игоревич, понимаешь, я не стану при тебе играть. Здесь нужны твои руки. Пожалуйста. Так, да? Ну, не валяй, дурака. Красиво. Каденция. Почему? Ну, так неудобно написано. Зачем писать расходящиеся октавы, когда гораздо удобнее играть в параллельных? Смотри. О, так же удобнее? Николай Григорьевич, ну, побойся Бога. О каком удобстве ты говоришь? Это же музыка. Музыка? А ты подумал, кто твою гениальную музыку будет исполнять? Ты сейчас носно сыграл. Я? Спасибо. Ну, спасибо. Так то я, а другой себе на это пальцы сломает. Петюша, знаешь что? Это надо исправить на параллельные октавочки. О, не надо, я не хочу. Что, не хочешь? Ты не хочешь, чтобы я играл твой первый концерт, не хочешь? Нет, я не хочу его исправлять. А в таком виде я его играть не буду. О, пардон. Воля ваша. Сыграет кто-нибудь другой. Другой? Этого никто никогда играть не будет. Кто так пишет для пианистов, Петя? Я пишу совсем не для пианистов. Я пишу музыку для публики, которой играешь и ты. И потом, почему я должен писать, как кто-то когда-то, видите ли, уже удобно и привычно написал? Хорошо ли, худо ли пишу, но пишу как могу, как слышу я. Чайковский. Чайковский? А кто такой Чайковский? Ты что, Брамс? Лист? Позвольте спросить, сударь, а что вы написали? Две оперы, которые с треском провалились. Десяток романсов. Ты меня извини, но в России романсы только извозчики не пишут. Что ж ты молчишь, а? Но шутки в сторону. Я говорю серьезно. Я забочусь о популярности твоего концерта. Ты слышишь, нет? Мне славы не надо. Что ты молчишь? Я тебя спрашиваю. Ты что, не хочешь со мной разговаривать? Петя! Хорошо. Но запомни, этого никто никогда играть не будет. Это я говорю тебе, Рубинштейн. Thank you.
Подошли к 150-летию, да, Чайковского, и, по-моему, Чайковский относится как раз к тем личностям, которых время не отодвигает вглубь истории, а, по-моему, наоборот, приближает к нам. Вы знаете, как бы это вам сказать, мне кажется, долгое время наш народ и наша страна, ведь когда-то, извините, Пушкина после революции первые годы считали буржуазным. Пытались сбросить с парохода современности. Понимаете, да. Понимаете, как так? И то же самое случилось, я думаю, и с Чайковским Петром Ильичем, с его наследием. Потому что, мне кажется, вот вы правильно в начале нашей беседы говорили, что он не только устаревает сейчас, он завоевывает все больше.
больше и больше и больше людей. И если еще, так сказать, не всех и вся, то только потому, что какое-то время, особенно, по-моему, до войны, не очень культивировали это. Ну, понимаете, ну а как культивировать? Потому что, ну что ли, филармония не для всех, а туда ходит определенный, так сказать, круг людей. Пластинок, магнитофонов и этих самых, просто, как называется это, граммофонов тоже было не у всех, понимаете? Но когда уже это и появилось, то все равно как-то, мне кажется, не очень культивировалось вот это наше удивительное богатство, это наши корни, звуковые корни нашего народа русского, народа, населяющего вообще Русь. Было ли что-нибудь вот в фильме «Чайковский» то, что ушло и чего вам сейчас жалко? Когда его меценатка, его человек, который вообще нам подарил Чайковского, Надежда Филаретовна? Надежда Филаретовна фон Мэк, она хотела с ним встретиться. А он поставил условие, что никогда, чтобы не встречаться. Да, я могу принимать ваши пожертвования. Мне они удобны уже и потому, что я буду принадлежать целиком музыке, композиции, работе, но никогда не встречаться. И вот он едет в ее имение, а она, как женщина, как все женщины, немножечко, женское начало, наверное, так сказать, это здесь даже хитростью нельзя назвать. Наверное, как все женщины, очень медленно одевалась, собиралась. И он едет, и вдруг видит, навстречу едет лошадь, которая везет ее. Он узнал ее по описанию, понимаете? И он привстал в свои кипятки и не знал, что делать, что говорить, что было нарушено какое-то человеческое условие, что никогда не надо встречаться, понимаете? Она напугалась. Она проехала так, и написала потом письмо, полное извинение, что она действительно задержалась совершенно не по ее желанию, просто какие-то там бытовые дела задержали ее, и просила извинить его. Но он был непримирим и очень долго сердился по поводу того, что не было не выполнено их условия взаимопонимания, то, что она, так сказать, могла ему, давать деньги, сколько он... И эта сцена была в фильме, да? Нет. Нет. Она была написана, она не была написана. Я говорила Игорю Васильевичу, вот, замечательно, это надо снять.
Он долго очень говорил, как же мы потом выкрутимся. Сценарий был немножечко по-другому написан, по-другому руслу шел. Но вот такая подробность жизненная, взаимоотношения этих двух людей, одна удивительно тонко чувствующая музыку и очень богата, а другой пишущий эту тонкую, великую музыку, но совершенно бедный, как все, большинство творческих людей. И вот эта сцена не была снята. Я очень сожалею об этом, если говорить искренне. Чайковского ближе, оперное или симфоническое, или романсовое? Вы знаете, у него столь прекрасные романсы, такой человечности, такой законченности, такого настроения, такой атмосферы,
что их просто можно пить, обнимать, любить эти романсы. Понимаете, чудо, как хорошо, растворило и окно. Как это прекрасно, чудо. А тройка, о которой я говорил, там просто в ритмах. Хотя он не всегда обращался к самой высокой поэзии. Да, 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 согласен с вами, да. Но тем не менее, понимаете, в этой музыке и то время, та пора, те ритмы, тот воздух, атмосфера той жизни России и людей России. Я помню, вот мне довелось как-то вести не так давно в Ленинграде благотворительный концерт, весь сбор от которого шел на памятник Чайковскому. В общем, стыдно, что в Петербурге и Ленинграде нет памятника. Вот. И я там позволил себе сказать так, что вот когда в конце прошлого века в Париже открывали памятник Дюма, то кто-то из его почитателей сказал, что если бы со всех поклонников Дюма в мире собрать по одному сантиму, то можно было бы эту статую отлить из чистого золота. Я думаю, что если бы собрать по одному рублю, скажем, со всех поклонников Чайковского, да еще во всем мире, тоже из очень благородного металла можно отлить. Я боюсь только, что молодежь мало денег вложит в этот памятник. Нет, вы знаете, не знаю, но, может быть, ваша боязнь продиктована действительно, реальностью. Но мне кажется, знаете, если бы сейчас популяризировали музыку Петра Ильича
такие большие, прекрасные эталоны, как вот Спиваков, понимаете? Такой замечательный скрипач, как Третьяков. Да масса-масса, ну, такие большие, ну, что ли, мастера, которые подавали бы не только, так сказать, ну, что ли, ноты, а суть этой музыки, ее биографию, ее наполненность, ее суть, то мне представляется, что молодежь, любя, оставаясь, так сказать, верной своим современным ритмам, все, тем не менее сказала: Боже мой, Боже мой, как прекрасно, как прекрасно. И Валом Валильпин на этих концертах убежден это. Но нужно, конечно, это отдать в руки и в сердца, и в души больших мастеров. Ну, в общем, здесь, наверное, нет никаких новых мыслей, потому что действительно может привлечь к себе большой мастер. Человек, который не только знает, умеет, но и чувствует, который может дарить это щедро, без технических каких-то, знаете, ну что ли, упражнений, а просто вот есть такое произведение. Посмотрите, какая у него душа. Вот оно. Понимаете? Или это было задумано с тем-то. Послушайте, как это звучит здесь. Вот просто в этих звуках. И эти мастера бы подавали бы эту суть этой музыки. Я думаю, мы бы больше привлекли внимание к нашему вообще классическому наследию наших композиторов. А уж к Петру Ильичу, к Скрябину, к Мусоргскому, да ко всей, извините, ко всей могучей кучке, безусловно. Он хоры в Хованщине, какие, боже мой, ведь до слез. Просто до слез слушаешь, как это написал человек.